Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в лаборатории света компании Divine Light. Здесь мы показываем и рассказываем нашим клиентам о том, как современное освещение может преобразить интерьер и создать сценарий для повседневных задач. Сегодня я расскажу вам о новой трековой системе Denker Smart. Алиса, включи свет! В основе Denker Smart лежит идея расширения привычных функций трековой системы. Принципиальное отличие Smart от обычных треков заключается в возможности гибкой настройки каждого светильника. Это позволяет вам стать автором уникальных световых сценариев у себя дома. Сейчас я покажу, как работают сценарии освещения, а управлять сценариями мы будем при помощи голосового помощника. Наш первый сценарий называется «Работа». Алиса, давай поработаем. Окей, поехали. В сценарии «Работа» используется яркий, нейтрально-белый цвет свечения, без выраженных световых акцентов и резких теней. Такое освещение идеально подходит для работы. Нейтральный оттенок способствует концентрации внимания, а равномерная яркая засветка снижает нагрузку на зрение во время работы. Наш следующий сценарий называется «Отдых». Алиса, давай отдохнем. Начнем. В этом сценарии оттенок света сменяется на теплый белый. Такой цвет свечения располагает к расслаблению и создает уютную атмосферу. К отдыху также располагает отсутствие яркого всестороннего света. Вместо этого световой акцент сделан на стену с помощью направленного освещения. Остальная площадь комнаты освещена мягким светом, отраженным от стены. Отдельный светильник с направленным светом освещает зону с креслом, создавая комфортное освещение для чтения вашей любимой книги. Это были лишь несколько сценариев, которые вы сможете создать у себя дома. При помощи системы Denker Smart вы сможете настроить освещение для повседневных задач, а управление при помощи голосовых помощников станет легким и непринужденным. А сейчас я расскажу вам о том, как это работает. Каждый светильник снабжен светодиодами теплого и холодного цветов свечения, а также собственным блоком управления, который позволяет регулировать цвет и яркость каждого светильника как по отдельности, так и объединяя их в группы. За управление трековой системой могут отвечать несколько аксессуаров, которые можно использовать как совместно, так и по отдельности. Управлять можно при помощи пульта. Он позволяет создавать и настраивать до 12 групп светильников, а также сохранять 4 сценария освещения. При помощи сенсорной панели в одно касание можно включить или выключить свет, также изменить цвет свечения или яркость и сохранять до 2 сценариев освещения. Отдельно стоит сказать о Wi-Fi конвертере. Он позволяет управлять трековой системой при помощи мобильного телефона или планшета, а также голосового ассистента. С помощью приложения вы сможете объединить светильники в группы и настраивать режимы работы каждого светильника в ваших световых сценариях. Возможности сценариев ограничиваются только вашей фантазией. К примеру, можно создавать сценарий пробуждения по утрам, сценарий для уборки, приема гостей или вечеринок, а также управлять светом через интернет, находясь вне дома. Поддерживается управление популярными голосовыми помощниками Алиса, Siri и другими. Система Denker Smart устанавливается на потолки любого типа. Возможен накладной, подвесной и встраиваемый монтаж, в том числе монтаж на натяжные потолки. Система работает от стандартной сети 220 вольт, и для ее монтажа не требуются блоки питания или преобразователи напряжения. Так, ну ладно, вроде все сняли. Я пошел. Алис, пока. До скорого.